На передовую передали автомобиль скорой медицинской помощи. Машину, которая оборудована всем необходимым для транспортировки раненых, приобрели неравнодушные предприниматели края. Вместе с автомобилем бизнесмены передали и медицинские товары. Он оборудован всем необходимым, вот, кислородом, соответственно, всеми видами аппаратуры, которая может оказать необходимую помощь при тяжелых ранениях, в том числе, вот, доставить больного более-менее комфортно. То есть поэтому автомобиль хороший, проходимый, поэтому передаем вам то, что нужно. Да, поэтому давай нужно. Олег Николаевич, это очередной автомобиль, который отбудет непосредственно к ребятам в наш Приморский Тигр, кто сейчас уже закрепился на позициях, оборудуется на местах согласно приказу командира 155-й бригады морской пехоты. Они в их составе. Вот, то есть я получаю ежедневную информацию от Сергея Викторовича Ефремова, командира батальона «Тигр». Вот, то есть ребята уверены в своих силах, стоят надежно, получают все необходимое вооружение. Вот, специальное снаряжение, поэтому мы со своей стороны им передали, сейчас передаем. Вот, то есть в ближайшее время тоже будут переданы и приборы ночного видения, дополнительные монокуляры, вот, техника радиоэлектронной борьбы, вот, с тем, чтобы они себя уверенно чувствовали, вот, и были в безопасности. Ну, конечно, такой автомобиль, он всегда нужен и важен для того, чтобы вывести раненого, вот, доставить медицинский отряд особого назначения, так называемый МОСНЫ, вот, и далее уже в госпиталь. Неравнодушные жители Приморья регулярно оказывают разностороннюю поддержку участникам СВО. Недавно на передовую выдвинулся очередной приморский добровольческий отряд «Тигр». Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.